За полтора месяца до нового 2014 года, который объявлен в России годом культуры, в Чувашии подвели культурные итоги 2013-го. Всечувашский праздник Акатуй, гастроли театров в республиках Коми, Башкортостан и Удмуртии. Мероприятия, которые уже стали нашими брендами. Родники России, Чебоксарский кинофестиваль, конкурс молодых оперных певцов. В прошлые годы столица Чувашии справлялась с гордым званием культурной столицы Поволжья. В будущем обороты предстоит только наращивать. Вы знаете, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в прошлом году подписал указ о проведении на федеральном уровне и о праздновании на федеральном уровне двух юбилейных дат. Это 550-летие образования города Чебоксары в 2019 году и в 2020 году образование Чувашской автономии. Поэтому, уважаемые коллеги, у нас работы будет очень много. Надо будет готовиться. Готовиться, вероятно, будет на что. В 2014 году обещают выделить 20 миллионов на ремонт филармонии. Ну а 10 миллионов, которые выделили на реконструкцию республиканского театра кукол, уже освоили. И новогоднюю сказку маленькие зрители увидят в отремонтированном зале. Полностью модернизация театра завершится в 2016 году. И на эти цели поступит еще 10 миллионов рублей. Совершенно определенно названа дата, когда вновь откроется лицей имени Лебедева, 2017 год. Средства в объеме 250 миллионов заложены в федеральном бюджете. Впрочем, направят средства не только на ремонт и модернизацию и обновление, но и на зарплаты. К 2018 году заработная плата работников культуры и искусства должна выйти на уровень средний по региону. По итогам 9 месяцев этого года среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры республики составила 11 047,4 рубля. Интересные мероприятия, важные даты. Главное, чтобы культурными были не только работники этой сферы. Год культуры не прошел бесследно. Хотелось бы, чтобы в год культуры не смотрели все вот только на нас. Год же ваш, а покажите-ка вы, на что способны, а что вы можете. Хотелось бы, чтобы нам еще и как бы помогли. Вот смотрите, совсем скоро, в феврале, в Сочи Олимпиада. Огромнейшие государственные деньги были туда вложены. Пройдет замечательное событие. Останутся вложенные средства в виде стадионов, там различных спортивных сооружений, куда люди будут ходить, улучшать свое здоровье и так далее. Вот очень бы хотелось, чтобы после года культуры тоже осталось что-то материальное, такое значимое, на котором мы с горящими глазами